Дети читают стихи. Меня зовут Коптева Лиза. Я учусь в школе номер 3 города Алексеевки, Белгородской области. Татьяна Бокова. Рождество. Светлый праздник Рождества. Нет счастливей торжества. Ночь рождения Христова. Над землей зажгла звезда. С той поры через столетия нам она, как солнце, светит. Согревает верой души, чтобы мир стал краше, лучше. Дарит искры волшебства, светлый праздник Рождества. Мир приходит в каждый дом, поздравляем с Рождеством!